Серьезный вопрос предстоит решить водоканалу и управляющей компании, отвечающей за состояние дома по улице Дзержинского, 46 в Якутске. Из-за переполненного канализационного колодца квартиры и подъезды дома заливает сточными водами. На месте потопа побывал Евгений Тайтонов. Водоканал города Якутска помимо водопровода занимается и эксплуатацией канализационных сетей. У компании имеется в черте города более 50 канализационных насосных станций, которые, в свою очередь, доставляют сточные воды в очистное сооружение. А круглосуточная аварийная служба по мере поступления заявок занимается устранением любых неполадок канализационных сетей. Помимо устранения текущих заявок, еще занимается промывкой сетей в дневное время. Спецтехникой, там про каналы промывочные машины имеются под большим давлением, а и промывает, ну, убирает осадок, отложение внутри канализационных труб. То есть это мероприятие по подготовке к зиме. Мы находимся в подъезде жилого дома номер 46 по улице Дзержинского, жильцы которого обратились в нашу редакцию с просьбой осветить проблему, с которой они сталкиваются вот уже на протяжении нескольких лет. Здесь сразу на глаза бросаются плавучие полы. Пару дней назад тут прорвало отопительную систему, подумал бы любой другой, если бы не специфический запах. Из-за переполненной канализации сточная вода просачивается в подъезды, а потом и в жилые помещения, в которых в этом аварийно признанном в прошлом году доме по сей день живут 7 семей. Восьмиквартирный дом 60-х годов постройки. Анастасия в этом доме проживает с 98-го года. Воспитывает маленькую дочь. Систематически сталкивается с прорывом трубы водоснабжения. А теперь к этим хлопотам добавились источные воды, которые просочились в квартиру. Канализацию мы просили неоднократно нам поменять, заменить. Ну, на что нам были, наверное, даны только одни обещания и все. Ну и а так только одни откачивания воды, все, больше ничего нам не делают, больше ничего. Мы устанавливаем глубинный насос. Он откачивает, естественно, в тот колодец, который относится к этому дому. Наша территория, это значит вдоль дома, в которой канализация идет, и внутри дома. Но колодцы переполнены, нам выкачивать некуда. Поэтому у нас и получается, что у нас и квартиры, и на данный момент даже вот до сих пор у нас подзатоплены подъезды. Именно 46-го дома. А тем временем служба канализования водоканала утверждает, что канализационная сеть в этом доме прочищена и что на данный момент функционирует. Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.